Калейдоскоп фольклора финно-угорских народов. Ненецкий округ стал центром притяжения для творческих коллективов северных регионов и не только. Народники собрались на площадке фестиваля «Аргиш надежды», который в этом году вышел на новый международный уровень. Прямо сейчас все подробности. Репетиции в гримерках не прекращаются даже за несколько минут до начала гала-концерта. Вот, к выходу на сцену готовятся артисты коллектива «Торома». В Нарьинмар приехали из Саранска. В репертуаре музыкантов народные мордовские песни, которые сопровождаются звучанием национальных инструментов. У нас национальный кальхциян, на который я играю. И самый у нас национальный, естественно, это нюди, дудочка. Вот. Как и спросят, были в республике Мордовия, да, национальный инструмент какой? Нюди. Вот. Барабан шавама. То есть шавама от слова бить, это на нашем языке. На макшанском. Макшанском. Да. Вот. Чавама. Чавама. По-эрзианском. То есть да. Это наши национальные инструменты или прототипы их, вот, которые лучше звучат. В ваших краях мы ни разу не были за свое творчество. И решили, что ваши люди, то есть это же тоже Россия. То есть она многолика, многонациональная, поэтому все должны знать культуру и свою, и другую, то есть тех народов, которые населяют нашу страну. А это уже наши местные артисты из ансамбля «Печорянка» распеваются перед тем, как выйти к зрителю. Коллектив был создан еще 20 лет назад. Тем не менее, состав постоянно обновляется, приходит молодежь. Самая наша главная задача – это сохранение именно народных коми-песен. И не только песен, а именно фольклора самого, даже устного фольклора. Свадебный обряд у нас есть, мы его ставили. Так что вот и для того, чтобы еще сохранился наш язык. И мы стараемся привлекать и молодежь. Открывают гала-концерт, конечно же, коренные жители Заполярья – ненецкие ансамбли «Хаяр» и «Ханийка». Творческие коллективы сменяют друг друга, как яркий фольклорный калейдоскоп. На сцене вместе с хозяевами фестиваля артисты из Эстонии, Коми-Пермяцкого округа, Ленинградской и Мурманской областей, Республик Удмуртия, Карелия, Коми, Мордовия, Мари-Эл, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Мы очень часто встречаемся на площадках в других регионах. А теперь есть возможность показать нам свой округ. И мы для своих гостей придумали очень разнообразные события, начиная от мастер-классов по разным площадкам, концертов, опять же, по разным площадкам и для разной аудитории, ну и, конечно, экскурсионную программу, чтобы люди, возвращаясь к себе домой, могли рассказать, что такое округ, как он живет, какая природа. Аргиш отгремел. Теперь хранители культуры финно-угорских народов разъедутся по своим городам и весям, чтобы и дальше выполнять важную миссию – передавать из поколения в поколение традиции, обычаи и фольклор. Алина Волчейская, Антон Водряков, телеканал «Север».